твою. Пошли. Танки стоят. Да? Вот так вот День России отмечают в Калининграде. Народу. Танк он стоит. И не один, целая техника. БТР. Церковь какая красивая. Там сцена, концерт. У нас такое увидишь никогда в жизни. Не, чтоб так веселились. Даже мужчины чуть не стояли. Дети вон бегают. Вон. Полиция охраняет в форме. Торговый центр. Сольно песню, которая имеет непосредственное отношение к нашему празднику, потому что это песня о родине. Угадаете, какую песню мы будем петь дальше, то будем петь еще. Это самая популярная наша казачья песня кубанского казачьего хора, которая является музыкальной визитной карточкой кубанского казачьего хора. Эту песню записал наш художественный руководитель Виктор Захарченков в своей «Спрягайте». Правильно! Чайнику, у целого саду, чей на вере.
Давай так обидно лично.
Пойдем, Владик? Пойдем. Вон в люк залазит. Все, технику увозят. О, Владик, смотри сейчас, как поедет. Все под присмотром. Все, поехали. Под присмотром. Сейчас следующий. Следующие пока стоят. Ой, какой ветер. Все. Так, еще едут. Я
Даня, смотри. Вот он бегает. Ветерок такой. Фиксируется плохо. Можно?